дорогие друзья, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня будем с вами готовить пирожки, а точнее самсу, с необычным овощем, с патиссоном. Слышу, что кто-то по ту сторону экрана сказал фу. Нет, не фу, это очень и очень вкусная самса. Вы приготовьте со мной и попробуйте. Итак, давайте же смотреть, как это готовится. Итак, нам понадобится большой пучок шпината, патиссон, где-то примерно четверть, мука, сливочное масло, сметана, немного воды, соль, специи. Сливочное масло перетираем с мукой в крошку, добавляем чуточек разрыхлителя, соль, 2 столовые ложки сметаны и немного воды и замешиваем тесто. Тесто должно быть не слишком тугим, жестким и не слишком мягким. В общем-то, оно должно быть такое мягкое, эластичное, но не расползающееся. Хорошенько его вымешиваем до однородности и затем укладываем в пакет, либо заворачиваем в пищевую пленку и где-то примерно на 30-40 минут отправляем в холодильник. В это время займемся начинкой. Нарезаем шпинат, натираю на терке патиссон, также добавляю сыр сулугуни, добавляю черный перец, соль и специи. Любые можете добавить на ваш вкус. Все хорошенько перемешиваем. Ничего тушить, жарить не надо. Начинка будет такая. Подготавливаем также кусочек сливочного масла. 100 грамм, делим его на 10 частей и на 10 грамм. Тесто также делим на 10 частей. Каждую часть округляю, чтобы потом легче было раскатывать круглые лепешечки. Так раскатываю круглые лепешки. Накладываю на них начинку. Также кусочек сливочного масла. И залепляю наш пирожочек. Я делаю это вот таким вот способом. Мне нравятся именно вот такие вот треугольнички. Самса – это традиционное восточное азиатское блюдо. Также в Индии называются самоса. Здесь у нас в русскоговорящих восточных странах называют самса. Начинки могут быть абсолютно любые, от мясных до овощных, бобовых, самых-самых разных. Намазываю их сливочным маслом, посыпаю черным кунжутом, также можно помазать сметаной и отправляю в духовку запекаться при 180 градусах до готовности. Примерно они будут печься, все будет зависеть от вашей духовки, но примерно 20-25 минут. И вот что получается, очень вкусные, хрустящие, ароматные пирожочки. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, поделитесь этим видео с друзьями, это помогает продвижению канала. И до новых встреч, друзья! Напеките обязательно этих пирожочков для вашей семьи. Пока всем!